Югорские медики лечат пациентов не только на земле, но и в воздухе. Сразу два врача Нижневартовской поликлиники оказали неотложную помощь пассажирам во время своего возвращения домой. Так, врач-терапевт поликлиники номер один Елена Сумарокова делал это уже в четвертый раз. Еще на взлете к ней обратились стюардессы с просьбой осмотреть мужчину, который жаловался на слабость и давящие боли в груди. После измерения давления он принял свои препараты. Затем по рекомендации терапевта ему выдали нитроглицерин и валидол, оказавшийся в бортовой аптечке. Врач контролировала состояние мужчины до посадки. По прибытию больной отправился в медпункт аэровокзала. А вот эндоскопист Татьяна Морозова оказывала помощь на борту впервые. Она возвращалась из отпуска рейсом Сочи-Нижневартовск. Еще до взлета врач услышала стоны одной из пассажирок, которая повредила руку и потеряла сознание от болевого шока. Я сразу же подсела к женщине, попыталась привести ее в чувство. Рекомендовала стюардессам вызвать скорую. После нашатыря и постоянных разговоров пассажирка пришла в себя и пожаловалась на невыносимую боль. Выяснилось, что супружеская пара опаздывала на рейс, и в аэропорту женщина по неосторожности упала. Врач попросила бортпроводницу поставить ей обезболивающее. Чтобы повысить давление, пассажирку напоили кофе и усадили, приподняв голову. Весь полет Татьяна Морозова находилась рядом. По прибытии югорчанки вызвали скорую и доставили в травмпункт. Регент показал перелом плечевой кости. Один из крупнейших авиаперевозчиков страны решил поддержать отважных медиков, внедрив такую услугу, как врач на борту. При регистрации в программе медработники получают преимущество в виде бонусов и скидок, а взамен при необходимости оказывают помощь авиапассажирам.